Народный фотоклуб «Брик» был основан еще в 1960 году. За годы творческой и плодотворной работы членами клуба стали тысячи любителей фотографий, каждый из которых не только нашел свой собственный стиль в искусстве, но и стал настоящим профессионалом. В конце каждого года постоянные члены фотоклуба представляют лучшие работы, сделанные за год. Большинство из них – результат множества пленэров. Каждая поездка – это не просто выезд ради своего удовольствия, это выезд на пленэр и для того, чтобы узнать что-то интересное, обогатить свой внутренний мир. Как правило, после каждой поездки у нас проводится либо конкурс, либо мини-выставка, если набирается необходимое количество работ. Несмотря на то, что век технологий, каждый желающий может сфотографировать все, что видит вокруг себя, на камеру телефона, специалисты считают, есть большая разница между любительским и профессиональным фото. И в нашем городе множество экспертов в этой области. Сегодня практически каждый может сделать фотографию, разместить ее там, где ему посчитается нужным. Но мнение коллег и мнение специалистов фотографии, оно определяет именно те законы, по которым эта фотография в дальнейшем существует как не любительская, а как профессиональная. Здесь очень тонкая грань, поэтому на нее стоит обращать внимание только при помощи специалистов. В среде фотографического искусства есть несколько критериев, по которым определяют профессионализм сделанной фотографии. Прежде всего, в фотографии должна быть композиция. Она должна отвечать законам художественного построения. В живописи эти законы существуют, в фотографии эти законы существуют. Это правильное подобранное освещение, правильное цветовое решение. Про композицию я уже сказал. Оформление работы в последнее время имеет очень важное значение. Сейчас в фотоклубе «Брик» постоянных членов всего 20. Часть из них только недавно пришла в клуб, а кто-то является участником уже несколько лет. Фотографы постоянно улучшают свои навыки, однако они должны быть готовы к тому, что их работы подвергаются критике. Попасть можно к нам, придя в фотоклуб в любую из пятниц к 18 часам по адресу Николая Музыки 30А. Достаточно принести подборку своих фоторабот и представить ее на обозрение членам фотоклуба. Разумеется, работы будут не просто просмотрены, но они будут разбираться. То есть очень важно для нового человека, во-первых, любить фотографию, хотеть ей заниматься, стремиться к самосовершенствованию и быть готовым к принятию конструктивной критики. Торжественное открытие выставки пройдет 13 января в Севастопольском центре культуры и искусств. Экспозиция будет открыта до 31 января. Каждый посетитель сможет оставить свой голос за лучшую работу года. Мария Легина, Дмитрий Лилека, Севинформбюро.